Красиво ныряем, да? Ныряет в штангу прям. Ныряет. Ну что, он шеф его не выпускал дополнительно. Черного не выпустил. Ну что, вообще, братух маринал. Давай, не сближайся, сразу лупи ему куда-нибудь. Не забивай, ну, я буду пытаться обводить. Давай, Маня, гол, давай! Бросай! Ну что-то как вообще бесхитростно так бросил. Да, он пытался обвести меня. Вратарь молодец, клюшку блин, вперед выдвинул и все, блин. Егор, давай, герой программки, гол! Так, давай! Егор, давай, гол! Шай, гол! Шай, гол! Шай, гол! Как я могу бросить, как он бросит? Вот, клюшка, створ, учитель, бросай! Короче, надо забивать, я так понял, да? Ну, Паша, гол, давай! Давай, давай так же! Я вроде все верно сделал, я обсекрил, но, блядь, надо сильнее, что ли, там толкать, ничего, не подбросить. Ну, сейчас забивает и все. Нет, это не все. Так это последнее. Нет, у нас нет? Два были там, а остается. Мы можем сравнить. Мы туда вообще сравняли пятым булитом. Хотя проигрывали, оставалось по одному булиту, мы забили, они не забили. С этим так привычно, с тайфуном. И вырвали победу там седьмой или восьмой уже, когда булит пробивали. Никита, гол, давай, вручай слово, Никита! Поднимите шайбу, вот я пьем, подними шайбу, почему его щиток читаете, блядь? Поднимайся, я сяду, у них мастерства нет, вот так вот. Выкаливай за ним. Да нет, братан, не попадает. Ну, а боже, ну подними, щиток же лежит, ну что, нельзя поднять шайбу, что даже я понимаю. И два раза подряд, главное, одно и то же. Ну, уже можно вести 2-1. Ничего не кажется, надо поднимать, ничего сложного нет. Они хотят красиво выходить, красиво не получается, они еще не мастера. Когда будут мастера, никто не убивает. Давай! Неделька, забивай, твоя неделька! Ручай! Ручай, у нас пятый будет. Thank you.
криков-то криков, как будто что-то вы.